Каждая мембрана состоит из двух рядов жирных кислот и аминокислотного ряда между ними. Так вот, эластичность клеточных мембран, а это значит, что эластичность сосудов, а это значит эластичность вашей кожи, а это значит качество вашего зрения, а это значит слуховой аппарат в том числе, а это значит вкусовые ощущения вашего языка и обоняния. Все пять чувств, весь перевод нашего взаимодействия с наружным миром, все это связано через нервную систему, сосудистую систему, и все мембраны образованы благодаря жирным кислотам. Это те жирные кислоты, которые нам нужны. Сказать, что для мозга, скажу, что для мозга, потому что сухое вещество мозга на 70% состоит из жиров. Вопрос, что мы туда положим, свиное сало или мы положим гибкие, текучие, полезные для нас жиры. Свиное сало, кстати, можете есть совершенно спокойно, ни в чем себя не ограничивайте. Это продукт полезный, вызывает нормальную секрецию и в подкожной жировой клетчатке не откладывается. Избыток уходит транзитом. А вот маргарины, да, синтетические масла, а также пережаренные все остальные масла, не рекомендуем. Перелив ситуации состоит в том, что наши продукты, они не только натуральные, не только высококачественные, но и концентрированные, и рассчитанные суточные дозы у вас в каталоге написаны. Это дозы для того, чтобы поддерживать свой организм, просто чтобы вы не умерли от качественного голода, чтобы вы накормили свое тело, чтобы вы перекрыли свои недостатки.